11 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. У учеников появилась возможность проверить свои знания по 21 предмету. 10 из них пройдет дистанционно. Участникам интеллектуальных испытаний не придется выезжать за пределы своего города. Сегодня наша съемочная группа побывала на олимпиаде по искусству. Альмира Новоселова продолжит тему. Арина Вануйта – единственная представительница из города Семилистинец, которая смогла попасть на региональный этап по искусству или мировой художественной культуре. В прошлом году до этого уровня никто из лабытнанских школьников не дошел. Арина читает много литературы, к тому же окончила детскую школу искусств, что, безусловно, сказалось на знаниях в этой области. Из литературы мне больше всего понравилась «Мастер» Маргарита Булгакова. Я думаю, она меня захватила своими мистическими происшествиями и своей атмосферой. Из музыки мне нравится произведение Рахманинова. Мощность его произведений. Мне нравится исполнять их. Они очень атмосферные и... Ой, они просто очень хорошие. Это очень... Это произведение великого мастера. На региональный, а это уже третий по счету отборочный этап, прошел 41 школьник из города Лабытнанги. Вместе они примут участие в 55 испытаниях, потому что некоторые умники и умницы показали отличные результаты по разным предметам. Задание олимпиады по мировой художественной культуре позволяет проверить уровень знаний участников в области литературы, музыки, изобразительного и киноискусства. Они направлены на выявление, направлены на знание культуроведческих каких-то терминов, на знание произведений искусства мирового наследия, их авторов, умение хронологически выстраивать, хронологически относить то или иное произведение к тому или иному времени. Также эти задания проверяют умение проводить художественный анализ произведений искусства. Впереди еще 2 недели испытаний, в которых ямальским умникам и умницам предстоит продемонстрировать свои знания, чтобы дойти до следующего этапа и достойно представить Ямал на федеральном уровне. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».